сегодня покажу вам секретный магазин кожаной обуви. Мало кто из туристов его знает. Здесь кожаная обувь. И цены очень такие доступные. Дешевле, чем в торговых центрах. Вот, вот смотрите. Разные шлепки есть, сандалии. На любой вкус и цвет. Кожаная обувь. Сейчас придет продавец, спросим цены какие. Вот такие есть модные. Сейчас в женском отделе ходим еще наверху. Такой же магазинчик, мужская обувь. Вот это все кожаное. Вот. Марабалар. Сколько стоит обувь женская? Разные. Ну от скольки до скольки примерно? Летние 280 начинается от 1100. Вот, видите, от 280 лир до 1100. Разные есть. Вот. Вот такие есть сандали, тоже кожаные. На большой подошве. На высокой. Так что, кому интересно, геолокацию оставлю в описании. Приходите в этот магазин. Вот. Также сделаю сейчас видео, как с улицы зайти, как найти этот магазин. Ну, как бы такая, понятно, что это не брендовая какая-то обувь, там, не эко фирма, там, не какая-то другая крутая, не скетчерсы, допустим. Конечно, скетчерсы, эко, другие фирмы знаменитые, конечно, совсем другое качество, намного лучше. Но это нормальная обувь, хорошая, кожаная, 100%. Вот. Придете, посмотрите, если устраивает, то покупайте. Гуляем, смотрим. Да, вот выбираем, может быть, что-то для себя выберем. Даже я вижу, сапоги есть, да? Сапоги есть. Особенно, мне кажется, кто любит вот такую платформу. Вот Лена нас сюда привела. Ну вот здесь нам показали зимние сапоги, ну евростандарт, ага. Европейские. Смотри. Так. У них тут верх искусственный мех. А, ну вот на искусственном. А, искусственный мех, да? Да. А есть вот такие модельки на каблучке. А сколько стоят сапоги? 1100 сапоги стоят. Вот смотри. А это вот такой тоже, ну как, классика что ли назвать. Это классика, натуральный. Это вот натуральный, здесь, видишь, да? Вот здесь цигеечка, как раньше говорили. Какая натуральный. Цена? А верх искусственный. Тоже 1100. Вот, но это кожа, да? Это кожа. Ну, видно, что это кожа. Ну, вот, а такие вот сколько есть? 38-й? 37-й, 38-й. Такие разные башмачки. В общем, если увидите, что вам что-то понравилось, приходите. Делаю вам рекламу. Да. Здесь немножко темновато, но я надеюсь, что это увидите. Камера нормально передаст. Вот такие разные модные башмачки. Да. Видите, цена, как уже говорили, от 280 лир до 1100. Ну, какие интересные. Чуть-чуть затек. Вот такие есть. Вот такие, например, не хочется, они очень удобные. Они маленькие. 36-й? Нет, ну это другой размер, это другая модель. А, вот это вот размер. Такие. 38, вот такие. Для зимы, наверное, или весна-осень, или зима. Вот
такие сапоги есть тоже. Вот интересные шлепки, прям кожа мягенькая такая, хорошая, и подошва тоже мягкая, видите, гнется хорошо. Вот такие интересные, и разного цвета они есть. Вот такие, такие, вот коричневые. То есть можно что-то выбрать. Вот какие-то прям модненькие. Это, оказывается, магазин «Сток», то есть со всех разных фирменных магазинов, как сказал продавец. То, что остается там, стоит долго, вот, привозят в такие магазины «Сток». Ну, вот такие башмачки 500 лир. Да, если стоит. Если деньгами сразу расчитывать. Да, если карточкой 550, если наличкой, то 500 лир. Да, вроде бы мы их обыбывали. Ну, неплохие такие кожаные шлепки. Ну, на пятку тоже ремешочек держится. Нормальные, да, можно поносить. А, вот один отдел, комната, женская обувь. И здесь вот второй. А на верхнем этаже мужские, получается, да? Можно я пройду? Разрешите? О, вот видите, сколько здесь. Вот такие сапоги есть. У вас еще, оказывается, да? Это как называется вот эта обувь? Глянем. Лоферы или как? Нет? Нет, здесь нет, это, наверное, как кроссовки. Кроссовки или... Боже, как их еще называют? Ну, где-то вот по 500 лир примерно лоферы будет стоить. Средняя, да, цена? Средняя цена 500 лир, да. О, здесь много. Здесь большой отдел. О, ничего себе. О, сапоги есть. С этой стороны, смотрите. Блестящие. В общем, надо выбирать. И вот есть и шлепки разные. Такие вот. Магазин «Сток». Вот, кстати, здесь тоже есть также детская обувь. Тоже кожаная, разная. Кроссовочки. Вот такие, такие. Вот сверху сапоги. Вот такая обувь детская. Здесь уже побольше размерчик, здесь меньше. Еще меньше, маленький совсем. Это 330. Здесь тоже уже. Здесь, наверное, на подростков уже такая, чуть-чуть побольше. Здесь. В общем, интересный магазинчик. Те, кто хочет прикупить недорогие кожаные башмачки, приходите сюда. Вот, друзья, смотрим мужскую обувь. Но здесь тоже как бы освещение не очень-то. Поэтому надеюсь, камера что-то передаст. В общем, на обычные вот такие башмаки, разные-разные, туфли там, кроссовки и так далее. Цена 550, это по карте, а если наличкой, то 500. Верх у них кожаный, подошву нужно смотреть, выбирать. Вот то, что вас устраивает, по ноге мерить. Ну, как объяснили, что это магазин «Сток», привозят с разных магазинов сюда. И здесь уже продают. Вот кожаные кроссовочки, в принципе, неплохие. Тоже за 500 лир что-то можно выбрать.
Есть там даже по 50 лир можно купить какие-то башмаки. На входе стоят две корзины обуви. Там можно что-то повыбирать. Вам я иду, да, вроде? Видим, даже джинсы, да-да. А, вот. Ты уже даже снимать не хочешь, да? Да, не буду, я снимать. А, как лира? По 550 лира. Накид олурса 500. 500 лир. Вот еще смотрим. И удивляемся. Тебе надо такие найти, как наподобие у тебя, только резиночки, чтобы... Угу. Ну, конечно, это такая очень простая обувь. Угу. Не какая-то брендовая, еще раз повторюсь. Очень простая. Но в то же время так можно поносить. Кожаный верх. Подошву нужно смотреть, выбирать то, что вам понравится. Так. Вот такие сандали есть. Типа вот такие боты, как они, зимние считаются здесь в Анталии. А вообще они так осенне-весенние. Такие по 700 лир будут стоить. Вот такие башмачки. Да-да, я отдал 400 лир. Вот интересные. Видно, что внутри тоже кожа, снаружи кожа. Больше выбор. Вот прям интересненькие такие, симпатичные. Вот на резиночке я вижу есть. В общем, друзья, вот вся Турция вот в таких ходит. В башмаках, в кроссовках за 500 лир. Так что самые ходовые, простые башмаки. По 50 лир, вот, смотрите. Можно что-то выбрать. Это улица Гюлюк, да? Здесь заправка. Вот эта зелененькая заправка. Рядом банк. Вот. Дальше идет вот Мигрос, видно Мигрос. А входить нужно вот сюда, где пальмочка. Оставим, в общем, геолокацию в описании, сразу найдете. Вот что здесь написано. Вот. Сара. Что? Короче, что-то вот это вот. И вот в эти двери заходите, написано Дери. Дери — это кожа. А якобы — это обувь. Кожаная обувь. Дери, а якобы. Все понятно, все ясно. Хош гельденис, добро пожаловать.